Салям алейкум. Сидим с тёзкой из Перми. Тёзка Ринат. Салям алейкум. Алейкум ассалям. Сидим в кафе, в ресторане, который называется Романсия. Это чисто саудийская кухня. Здесь вот такие вот номера. Видите? Сидим здесь. Да, только что намаз почитали здесь и кушаем. Да, очень вкусно. Я тут какой-то суп себе заказал. Я название не знаю, конечно. Мулюхи? Мулюхи. Муляж, короче, какой-то здесь. Мулюхи. Видим, из водорослей. Муляхи? Мулюхи. У тебя... Мулюхи. Мулюхи. У тебя бич-пакет. Нормально тоже. Что у нас тут? Вот сборная соляночка здесь. И сладость. Сладость давай покажем. Как она называется, сладость? Кунафа. Кунафа? Кунафа, да. Кунафа. Кунафа. Не знаю, что это, но из чего это. Ну, по мне, это как будто мелкая-мелкая вермишель, вот такой пирог. Внутри там соус, такой нежный соус, не сладкий. И вот отдельно идет сироп еще, то есть это сладость. Хумус с хлебушком кушать. Ну что еще? Все, всем, всем салям алейкум, пожелайте приятного аппетита. Куда ты, куда ты? Давай с мяса начнем. Субханала. Эй, как тебя зовут? Можно с тобой рядом посидеть? О, дождик льет. Вот это вот самое-самое популярное здесь, как сказать, фастфудница. Здесь есть Макдональдс, но также здесь более популярен, чем Макдональдс, это вот этот Аль-Бейк. Очень много народу здесь собирается. Ты Аль-Бейк ждешь? Эй! Эй, мэн! Эй! Давай на паспорте я сфотографирую. Алло! Субханала, напугал тебя. Пушистик. Давай познакомимся. Можешь ему кусочек мяса дать, который осталось. Нет. Ну давай, давай, сейчас подожди, достанем и заснимем. Так, из ресторанчика ему еда. Вот, смотрите, отцапаю я тебе палец. Положи, положи, ладно. Сейчас тут драка начнется. Сбежались на запах. Субханаллах. Да, мы и остатки еды с собой взяли, и вот повезло чуваку. Вот, просто вообще конкретно. Интервью дашь за это, нет? Как тебя зовут? Всех еды не хватит. Ну давай, давай, давай тоже немножечко дадим. Повезло ему, наверное. Давай небольшой кусочек. Чего там у нас? Кушай. Соус? Что тебе надо? Хлеба? Да, сейчас пойдем. Этот все уже не убегает. Прикормлен. Наслаждается. Наслаждается. Все, мужики, давайте, пойдем мы. Пойдем мы. Ужин наступил.